Итак, друзья, на этом мой сегодняшний сеанс бритья объявляется завершенным. Мои стандартные два прохода даровали мне просто приятнейшие ощущения, избавив мое лицо от двухдневной щетины. Бритье мне понравилось абсолютно всем. Это был комфортный, мягкий и достаточно эффективный сеанс бритья, несмотря на те красные точки, которые я сам себе поставил. Рокко все-таки станок своеобразный, местами мягкий, местами злой, поэтому требует контроля. Плюсом скидка на то, что Рокко сегодня работал или работала, да, я не знаю, как правильно, но от этого суть не поменяется. Рокко сегодня работал с новыми для меня лезвиями. Лезвия показались мне достаточно такими, прям, ребят, острыми, да. Не ожидал, но острыми. И, возможно, эти новые лезвия, собственно говоря, и даровали мне такой результат. Я на новые лезвия сильно ругаться не буду. Я буду их тестировать дальше. Могу сказать с уверенностью, что новые лезвия, да, Gillette Wilkinson Sword, да, надолго пропишутся на моей полочке, потому что мне они очень сильно сегодня понравились. Я не знаю, насколько хватит одного лезвия. Не знаю, буду ли я дальше ими закупаться, но вот пачка из 10 лезвий, которые у меня есть, я, ребят, думаю, что израсходую ее с большим-пребольшим удовольствием. Лезвие просто чума. Причем стоят они, дай бог памяти, за 10 лезвий 80 рублей, ребят. Это хорошо. Я думаю, что будем дальше тестировать лезвия, но сейчас не о них. После бритья буду сегодня использовать немецкий продукт компании TÜV. В моем случае это TÜV с ароматом трав, да, херб. Вот здесь об этом есть необходимая информация. Насколько я знаю, у TÜV-а есть еще зеленый флакон, да, с зеленой крышкой, с зелеными письменами. Это линейка Sensitive. У меня сегодня трава. Трава, потому что мыло травянистое. И лосьон подбирался, собственно говоря, по аромату к мылу. Чтобы не было никакого диссонанса, чтобы не было никаких конфликтов. С обратной стороны вся необходимая справочная информация. На крупном плане, на моей такой импровизированной презентации, вы все это уже видели, поэтому долго заострять ваше внимание на этом продукте не буду. Открывается крышка. Крышка высокая, у крышки есть вот такая прорезиненная прокладочка, чтобы лосьон во время транспортировки из флакона никуда не делся, чтобы он не испарился, чтобы он не вытек и так далее. Дозатор вы видели, на крупном плане опять же могу сказать, что дозатор здесь достаточно щедрый, поэтому лосьон нуждается в контроле. Разумеется, если вы не хотите вылить лишнего. Если лишнее хотите вылить, то, пожалуйста, ничего не контролируйте, льется здесь все от души. Лосьон спиртовой. Ложится на кожу очень даже неплохо. Причем спирта я не сказал бы, что здесь много. То есть даже несмотря на какие-то мои небольшие микротравмы, кожу он особо не жгет. Но спирт в составе есть. И если мне не изменяет память, спирт здесь на первом месте. Пока лосьончик впитывается, пока он работает и восстанавливает мою кожу после бритья, я расскажу немного про героев и участников сегодняшней забривки. Не было возможности это сделать в процессе бритья, я решил немного поэкспериментировать над форматом, поэтому подводить итоги я сегодня буду, собственно говоря, в таком необычном формате. Если вам понравился сегодняшний видеоролик, то, ребят, не молчите об этом, я могу таких видео снимать на канале больше. Если такой формат вам не понравился, если какие-то есть объективные причины, ребят, все пишите в комментариях. Я могу экспериментировать, я могу что-то менять, ну, либо я могу вообще ничего не делать и снимать видеоролики, как обычно, от начала и до конца, ничего не ускоряя, ничего не меняя, и, собственно говоря, это выльется там в те же 35-40 минут, как раньше.
Поэтому мне это не сложно, я могу ничего такого не делать, но видеоролик я делаю для вас, поэтому ваше мнение для меня важно и ваше мнение для меня ценно. Итак, друзья, поехали. Новое мыло компании Феномена Шейф. Вот такая интересная баночка, красивое оформление. Банка пластиковая, диаметр банки 9 см ровно, высота банки 4 см. Баночка, повторюсь, пластиковая, крышка пластиковая. Сбоку есть вся необходимая информация, на крупном плане вы это видели. К важной полезной информации здесь относится серия мыла, номер партии, указание состава, указание массы продукта, формула здесь у нас с вами артефакт, да, самая современная и самая совершенная у компании Феномена Шейф. Есть логотип компании и есть гарантированный срок максимальной эффективности продукта. На лицевой стороне нас с вами встречает витрувианский человек. Ну, либо что-то из этой серии. Отсылки к 15 веку, к Леонардо да Винчи и к его философии. Что касается аромата. Здесь я изначально думал, что запах будет какой-то другой, но я не подумал своей головой, что фиолетовый фон как раз-таки будет символизировать аромат этого мыла. И как вы уже догадались, фиолетовый фон, ребят, символизирует лаванду. Аромат здесь лавандовый. Это мощная, хорошая, густая лаванда с добавлением различных трав. Травы горькие в основном, то есть мыло не сладкое, мыло не унисекс, мыло не какое-то водянисто-цветочное. Арбузное, а мыло прям, ребят, такое мужицкое. Хорошая, такая мощная порция горькой лаванды. И следом идут травы. Причем травы из этой же горькой серии. Розмарин, тмин, возможно, чуть-чуть черного перца. Та же полынь, пижма. Вот, ребят, букет горьких трав. Что касается самого мыла. Мыло здесь твердое. Мыло тройного помола. Из баночки я его ложкой сумел достать, но делал это достаточно долго. Расход здесь будет минимальный. Я взял где-то грамма полтора мыла и полагаю, что взял продукта больше, чем требовалось для сегодняшнего бритья. Что касается рабочих характеристик. Пенообразование хорошее. Не могу сказать, что оно было быстрым, но оно было очень и очень хорошим. Во-первых, мыло твердое, во-вторых, состав жировой. То есть мыло априори будет дольше взбиваться в хорошую пену, и мыло будет требовать и просить все время добавлять воды. В этом нет ничего страшного. Все твердые мыла, да, все твердые сорта мыл, в которых есть жир животного происхождения, работают примерно так же. Поэтому в этом плане Феномена, ну, не стал каким-то исключением. И меня никоим образом не удивил, не разочаровал и головной боли не прибавил. Пена хорошая, пена стойкая. Пена обладает обалденным скольжением, отличным по скольжениям и прекрасным уходом. У меня к рабочим характеристикам мыла вообще нет никаких претензий. А в совокупности с моим любимым ароматом, в совокупности с такой шикарной подачей, ребят, это просто огромная жирная 5. Очень понравилось мне это мыло. Обалденное по всем параметрам, да, по всем показателям, поэтому ругать я даже не знаю его за что. Повторюсь, все здесь хорошо. Подача супер, работа супер, аромат, так это, ребят, это мое. Но как я могу такой аромат ругать? В общем, пока не нашел, за что зацепиться. Если найду, обязательно с вами поделюсь как-нибудь на стриме, либо в каком-нибудь очередном видеоролике на бритвенную тему. Помазочек. Поставлю ему хорошую крепкую 5. Отличная кисть, которая отработала сегодня хорошо и порадовала меня в очередной раз. Вспенило мыло хорошо, распределяло мыло хорошо. Кисть не жадная, достаточно много пены отдает и в себе удерживает немного. Удобная ручка, достаточно такая она хорошая, в руке лежит неплохо, рука не устает. Причем работал и на лице, и в чаше, и, ребят, ручка порадовала. Она, конечно, пестрая, не всем понравится такая расцветка, но могу сказать, что по форме ручка очень даже удобная, эргономичная и неплохая. Синтетика коричневая. Я уже говорил о том, что у Яков есть несколько помазков, да, несколько видов имеется в виду синтетики, синтетического самого волокна.
И яковская синтетика вся работает по-разному. Вот эту синтетику коричневого цвета я бы поставил посередине. У яков есть светлая такая синтетика, она там чуть ли не белая. Вот она называется кашемир, она самая-самая мягкая. Следом идет вот эта коричневая синтетика и замыкает тройку синтетического ворса. Это черное волокно, да, черная синтетика, так называемая смокинг либо токсин. Вот она у яков самая такая грубая, самая такая упругая. Самая-самая, наверное, такая мощная, да, с точки зрения массажа и воздействия на лицо. По мазку я поставлю пятерку, красивый, удобный, рабочий, по цене что-то в районе 1300 рублей. То есть не сказать, что слишком дорого, не сказать, что слишком дешево. Средняя ценовая категория, в этой ценовой категории в основном нормальная китайская синтетика и продается. Поэтому здесь китайцы с ценой не перегнули. Не могу сказать, что яки там оборзели, да, и начали ценник ломить. Не зазвездились, поэтому ничего такого за ними не наблюдается. Но и надеюсь, что в будущем ничего плохого про них сказать не смогу. Ложка из нержавейки, да, ложка справилась абсолютно со всеми своими задачами. Мыло было из банки отколупано. Ложку потом помою, но и надеюсь, что будет служить еще верой и правдой очень-очень-очень долго. Я, ребят, конечно, шучу про ложку, да, надеюсь, что вы все это прекрасно понимаете. Просто сегодня очень хорошее бритье, обалденные обзоры, мне очень сильно подняли настроение герои и участники сегодняшней забривки. Чаша. Удобная, красивая чаша канала «Мужской мир». Я описал характеристики чаши на крупном плане. Да, говорил уже о том, что она из себя представляет. Чаша снаружи молочёная, внутри она глазированная. Хорошая, удобная чаша. Единственное, что мне в этой чаше не понравилась ее глубина. Она слишком большая, и даже несмотря на мой сегодняшний барберский помазок, мыло мне приходилось чуть ли не со дна доставать и помазок вот прям держать чуть ли не за самый кончик. То есть чаша рабочая. Чаша красивая, чаша в руках лежит удобно, чаша греет душу, да, потому что это хендмейд, полностью ручная работа, но чаша слишком глубокая. Лично мне показалось, что вот эта глубина при работе с этой чашей на пользу не идет. Во всем остальном я могу чаше поставить крепкие пятерки, хороший продукт, который на полке смотрится хорошо и который работает и, надеюсь, будет еще очень долго радовать своей работой и своим внешним видом. По лосьону, ребят, хорошая, крепкая пятерка немца. Обалденный аромат, обалденный лосьон, обалденная работа. Аромат, как я уже говорил ранее, это трава, да? Это такое травянисто-цветочное амбре, которое представляет из себя смесь горьких полевых трав и цветов. То есть горькие травы в лосьоне, горькие травы в мыле. Сочетание лосьона и мыла, ребят, просто стопроцентное. Обалденная связка, мне понравилась работа мыла в отдельности, мне понравилась работа лосьона в отдельности, мне понравился их симбиоз, и мне очень сильно понравился вот этот вот, знаете, мотив трав, который от мыла перешел к лосьону, и лосьон, подхватив эстафету, еще, надеюсь, долго будет радовать меня своим ароматом. Аромат, насколько я помню, этого лосьона держится часа 3. Я этим лосьоном неоднократно пользовался. На него есть несколько обзоров на канале, поэтому думаю, что много о нем говорить нет смысла. Спиртовой лосьон, но спирта здесь немного. Все хорошо впиталось. Никаких раздражений, никакой сухости, никакой липкости, никакой жирности. Лосьончик подтянул чуть-чуть мою кожу, да, то есть он не стянул, не скукожил меня, а чуть-чуть подтянул, да, такой легкий лифтинг. Чуть-чуть подтянул кожу, убрал порезы, убрал раздражение. Ребят, просто хорошо, просто обалденно. Если найдете этот лосьон в продаже, если цена вас устроит, если вы любитель таких вот горьких трав и вот примерно подобного направления ароматов, я лосьон вам рекомендую. Цена у него, насколько я помню, в Германии была на момент покупки что-то в районе 7-8 евро. То есть ценник примерно такой. Если найдете там в разы дороже, разумеется, его брать нет никакого смысла. А если там плюс-минус пару евро, ну, я думаю, что это хороший продукт, который стоит тех денег, которые за него просит производитель. Ну и связка станок-лезвия.
У меня сегодня Рока, да, напомню, это станок из нержавеющей стали с головой закрытого типа. И вот такие вот непонятные лезвия Gillette Wilkinson Sword. Я не могу сказать, откуда взялась, да, вот эта вот коллаборация Gillette и Wilkinson, но мне лезвия очень понравились. Лезвия острые, лезвия достаточно такие, знаете, интересные. Интересные тем, что они при своей остроте работают мягко, но вот за этой мягкостью кроется агрессия. Если ты уверенно ведешь станок, если все хорошо, то лезвия работают четко, ясно, никаких проблем нет. Как только ты начинаешь где-то сомневаться, лезвие чувствует, да? Лезвие чувствует, что у тебя где-то что-то пошло не так, что ты начинаешь терять хватку, и лезвие может как кобра тебя укусить. Собственно говоря, это у меня здесь и произошло. Лезвия мне очень понравились, они по цене хорошие, доступные, пачка из 10 лезвий. Стоило в декабре 80 рублей. То есть получается, что цена сопоставима с зеленой Астрой. У Астры 5 лезвий стоят 40-45 рублей. Здесь 10 лезвий стоили 80 рублей. Хорошие лезвия, чуть тоньше необычных лезвий. Но надеюсь, что на дальнейшую работу и мое знакомство с этими лезвиями это никоим образом не скажется. Я хочу понаблюдать за этими лезвиями, раскрыть их в других своих станках и рассказать вам побольше про этот интересный экзотический продукт. Пока что все очень сильно понравилось, лезвия, повторюсь, эффективные, лезвия острые, лезвия не сказать, что сильно мягкие, не сказать, что сильно злые, да, то есть они где-то посередине. Если правильно подобран станок, то работа этих лезвий будет просто шикарной. По работе пока что эти лезвия могу вот навскидку сравнить с зеленым Gillette 7 O'Clock. Как оно будет дальше, будем посмотреть. Ну и станочек, ребят, он не поменялся лично для меня, это... Интересный двуличный станок с высокими рабочими характеристиками. Почему он двуличный? Ну, потому что он имеет за пазухой камень. Этот камень держит для тебя любимого. Да? Как только ты расслабишься, он тебе этим камнем тюкнет. То бишь, какие-то порезы точно будут обеспечены. Я не понимаю, как бриться этим станком, чтобы не было порезов, чтобы он меня полностью и целиком устроил, да, то есть я вроде пытался какие-то штрихи делать, пытался длинные проходы делать, пытался короткие проходы делать, все равно станок на первом проходе очень мягкий, на втором проходе он начинает превращаться в агрессивный инструмент. Я пока не знаю, как с этим бороться, но думаю, что дальнейшая смена лезвий, дальнейшая практика с этим инструментом приведет меня рано или поздно к положительному результату. Надеюсь, что рано или поздно я подберу ключик к этому станку, замочек откроется, и я смогу сказать, что целиком и полностью станок понял, раскрыл, и что это тот станок, который я могу сейчас смело, да, положить на свою полочку. На свою полочку любимых станков, разумеется. На сегодняшний день... Я станком побрился около 10 раз. Ну, может быть, там плюс-минус 1-2 раза. И все вот эти вот сеансы бритья, меня не покидало чувство, что станок хитрый, что у станка есть вот портфель, да, как у Ленина, с двойным дном. И, собственно говоря, это все время подтверждается. Первый проход мягкий, на втором проходе привет. Я, ребят, снова хочу вас попросить совета, да, у владельцев станочков Мюлле Рока. Что делаете вы для раскрытия своего станка? Как вы с ним подружились? Да? Насколько хорошо вы подружились со станком? И что вы сделали для того, чтобы станок приручить? Я, конечно, не собираюсь сидеть сложа руки. Я буду дальше этим станком бриться. Буду дальше все пробовать. Но на данный момент я считаю, что мне нужен ваш совет. Поэтому, ребят, в комментариях, пожалуйста, отпишитесь, если вам не сложно, если вам не лень. На этом мой сегодняшний не совсем обычный обзор подошел к концу. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь данным видеороликом с друзьями. Надеюсь, скоро увидимся, надеюсь, скоро обозреем новинки канала и надеюсь, скоро снова побреемся и сделаем это хорошо, кайфово, чисто и безопасно. С вами был мистер Бритва, всем до новых встреч, всем пока.